Привет, мальчишки! Привет, девчонки! Вас приветствует детский клуб Kids. И сегодня с нами Артем, Семен и я, Соня. Досмотрите это видео до конца, будет интересно! И у нас продолжаются серии о сотворении мира. В тот раз у нас был день пятый. На пятый день Бог сотворил рыб и птичек. В том выпуске мы проходили, как Бог создал рыбок. А в этом выпуске мы будем проходить, как Бог создал птичек. И, конечно же, мы начнем с Библии. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных, пресмыкающихся, которых произвела вода породу их, и всякую птицу пернатую породу ее, и увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день пятый. Надо в дорогу, дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному. Помню. Птицами считают только тех, которые летают. Птицами считают. Надо в дорогу не торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному. Знаю. Птичек узнают, потому что птички песенки поют, только тех, которые поют. Птицами всюду признают. Надо в дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете, жить одному. Птички, песенки поют. Птички, ох, птички, даже гнезда вьют. Птички, песенки поют. Гнезда вьют. В дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете, жить одному. Птички. Кто ж такие птички? Те, которые несут яички. Если ты знаешь, что ты за птица, это тебе всегда пригодится. А почему? А потому. Это понятно. Тебе самому. Знаю. Птицами зовут, которые летают, которые поют, несут яички, гнезда бьют. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот этих самых, которые птицами зовут. Птицами зовут. На окошко. Посиди еще немножко, не улетай, улетела, ай. Маленькая птичка.
птичка прилетела к нам, к нам, к нам. Маленькая птичка, зернышко я дам, дам, дам. Маленькая птичка, зернышко клюет, клюет. Маленькая птичка песенки поет, поет. Наш добрый Иисус создал красивый сад. В этом райском саду живут птицы. Посмотрите, как красиво! В саду растет много-много деревьев. А на деревьях, на веточках, птицы вьют свои гнездышки. Это их домики. Этих маленьких, красивых и чудесных птиц создал Иисус. Давайте посмотрим, какие птицы живут в этом саду. Это птичка дятел. Она сидит на дереве и стучит клювом. Тук-тук-тук-тук. Она ищет себе еду. Как стучит дятел? Тук-тук, тук-тук, тук-тук. А эту большую птицу зовут ворона. А эта ворона каркает, кар-кар-кар. Как каркает ворона? Кар-кар-кар-кар. Ее черные перышки. Но Иисус тоже любит ворону, как и нас с вами. А вам нравится ворона? Да! Молодцы, ребята! У нее большие глаза и острый клюв. Это ночная птица. Днем сова спит, а ночью летает и ищет себе еду. Знаете, как поет сова? А это попугай. У кого есть дома попугайчики? У нас сейчас попугайчики живут на домах. Правда, они забавные птицы? Эти птицы могут повторять слова, которые мы говорим. Эту красивую птицу создал Иисус. Это павлин. Его красивый разноцветный и большой хвост. А это воробушек. Как чирикает воробей? Чик-чирик. 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 Правильно. Эту маленькую птичку тоже создал Иисус. Всех птичек в саду кормит Бог. Он дает им пищу, ягодки, зернышки и червячков. А еще он научил птичек строить гнездышки. Это домики птичек. Они берут солому, веточки и травку, перышки и делают из них гнездышки. И птичка-мама растит в этом гнездышке своих птенцов. Как птичка машет крылышками? Птички летают и ищут еду для своих птенчиков. Вот такие птички живут в этом чудесном райском саду. А сейчас мы будем делать интересную поделку. Понадобится вот такая бумага цветная разных цветов. Также нам понадобятся две кружки, одна с маленьким диаметром, а другая с большим диаметром. И нам понадобятся ножницы и клей. Ну что, поехали? У нас уже обведено. Мы взяли вот такую вот кружку и обвели. И мы взяли вот такую вот маленькую кружку. И тоже обвели. И у нас получилось вот так. Одна большая, а другая поменьше. И сейчас мы будем вылезать. Надо в дорогу, в дорогу, в дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному, жить одному, жить одному. Помню, 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 помню. Птицами считают только тех. Нам понадобится вот такая вот оранжевая бумага. Мы на ней начертили вот такие вот два хвостика. Вот. Два, потому что у нас будет две птички. У каждого по две птички. И вот такие вот квадратики. Из них это будут клювы. В конце я вам покажу, как из них сделать клювы. Теперь приступим вырезать хвостики. Все.
Надо в дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному. Помню. Птицами считают только тех, которые летают. Для начала надо все детали сложить пополам. Также нам надо сложить хвостик пополам. Понял. А квадратик нам надо сложить вот так. Вот таким вот треугольничком. И второй точно так же. Сейчас нам понадобится клей. И мы будем приклеивать вот эту вот грудку к вот этому кружочку. Вот так. Если вы хотите сделать крылышки, вы можете загнуть. А если не хотите, тогда можете все сразу приклеить. Надо в дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете. Жить одному. Помню. Птицами считают только тех, которые летают. Птицами считают. Птицами считают. Надо в дорогу не торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете. Жить одному. Знаю. Птичек узнаю. Вот такая птичка у нас получилась. Это у нас тело птички. И, конечно же, что-то не хватает. Клювика и хвостика. И сейчас мы будем их приклеивать. Да. И сейчас мы будем приклеивать хвостик. Нам надо вывернуть, раскрыть и перевернуть. И приклеить вот здесь вот хвостик. Ой, это мой. Приклеить надо вот до этой вот галочки. Вот, как-то вот так, чтобы было. И мы приклеим клювик вот так вот. И когда мы его приклеим, у нас получится вот такой вот клювик. И получится птичка. Надо в дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете. Жить одному. Помню. Птицами считают только тех, которые летают. Птицами считают. Птицами считают. В дорогу не торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете. Жить одному. Знаю. Птичек узнают. Потому что птички песенки поют. Только тех, которые поют. Птицами всюду признают. Птицами всюду признают. Надо в дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете. Жить одному. Птички. Песенки поют. Птички. Ох, птички. Вот такая у нас получилась птичка, почти такая же, как создал Бог.
такая и такая. Надо в дорогу, в дорогу, в дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному, жить одному, жить одному. Помню, 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 помню. Птицами считают только тех, которые летают, только тех, которые летают. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии. До новых встреч! Из всех из нас на свете этом свой путь. Кому-то суждено взлететь, а кто-то может утонуть. И так нам важно иногда, чтоб рядом были только те, кто будет рад тебе и руку даст беде. Увы, не так уж много в жизни искренних людей, готовых бросить все свои проблемы ради твоей. Приехать поздний час, чтобы сказать держись, все будет хорошо. Увидишь, это жизнь. Я знаю, дружба это слово вовсе не для всех, и ее свет прольется только лишь на тех, кто знает, что такое чувствовать своей душой, когда ты можешь поддержать так, как никто другой. Хотя один философ нам сказал, что настоящий друг совсем не тот, кто будет рядом в горе или в час разлук, а тот, кто сердцем и душой будет рад за нас в момент нашей победы в самый счастливый я час. Я благодарю судьбу за то, что в моей жизни есть друзья. Снова повторю, насколько вы важны и ценны для меня. Сколько предстоит нам впереди, сколько предстоит еще пройти.